свет и искрится. Вот сейчас я сижу и наслаждаюсь вот таким массажком, который делают рыбки прям. Видите, сколько здесь бассейнов, да? Это здесь на острове Крит придумали так за счет туристов выращивать рыб, которые потом идут на еду сюда в кафе. Но потому что нам сказали, что не только ноги, но и руки. Потому что, чтобы рыба хорошо покормить на сегодняшний день, можно делать кроме ног. Еще и руки. Только руки. Смотрите, как рыбки набрасываются на еду. Они едят разгоревшую кожу. Вот. И таким образом, за счет туристов, за счет салонов красоты, и приходит, развивается рыбное хозяйство Крита. Сейчас только начало туристического сезона, поэтому эти рыбки вот такие маленькие еще. Мы сейчас пойдем на улицу, в соседнюю таверну, и покажем, где эти рыбки, которые уже после одного туристического сезона, какие они вырастают. Вы видите, это те рыбки, которые пережили уже один туристический сезон, вот они вырастают до такого размера. Буквально в 3 метрах от нашего салона, где мы кормили рыбок, вот уже их продают на полным ходом туристам. Очень вкусно, все кафе забиты. Еще раз остается удивляться тому, насколько люди вот умеют придумывать новые идеи. Как сделать так, чтобы было экологически чисто, полезно и самое главное, еще экономически выгодно при этом. Привет из Крита, из Греции.